Всем привет, с вами Нотик. Сегодня мы рассмотрим отличный бюджетный ноутбук Asus X553SA. Он выполнен в черном пластиковом корпусе, имеет характеристики начального уровня и отлично подойдет для работы с документами и серфинга в интернете. Рассмотрим ноутбук поближе. Здесь используется клавиатура с цифровым блоком, символы на которой нанесены удобно читаемым крупным шрифтом. Используется большой тачпад, рабочая поверхность выполнена из гладкого черного пластика, на крышке имеется легкое рифление с концентрическими кругами, а также логотип фирмы Asus. В данной модели используется 15-дюймовый экран с разрешением 1366 на 768, а благодаря глянцевому покрытию цвета более насыщенные, картинка контрастная. На нем вы можете увидеть, что ноутбук выпускается в нескольких цветах, а звук здесь используется Sonic Master и представлен в виде стереоколонок на дне ноутбука. Все порты Asus X553SA расположены на левом боку корпуса. Среди них есть USB 3.0, USB 2.0, картридер и видео-аудио-выходы. Представленной модели конфигурацию нельзя назвать выдающейся. Отметим только, что есть предустановленный Windows 10, вместительный жесткий диск на 500 гигабайт, а оперативную память вы можете расширить до 8 гигабайт DDR3. Подводя итог, Asus X553SA является отличным выбором для таких задач, как серфинг в интернете, работа с документами, просмотр фильмов. Особенно, если обратите внимание на стоимость 15 000 рублей. Ждем вас в Нотик. Всем пока!